Бывай! Ну, привет. Подходи. Ты заглядывай, тут весело бывает.
Здравствуй. Удачи тебе. Чего тебе? Здоров. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да. Просим помощи. Спасибо.
Срочно нужна помощь. Мы продержимся еще максимум 3. Время дорого. Рассказывай. А, привет. Бай! Вам сегодня плестись. Сейчас... Чего расскажешь хорошего? Подходи. Покедова! Здравствуй, сталкер. Привет, брат. Слушаю тебя. Здравствуй.
Ну что, есть что-то новое? На дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там шел, все ли целых нет. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые слезают. Сталкер подкрадывается и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. Строго так, колись, падла. Кто такой? Из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю? Тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Давил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый, сволочь. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой. Что ты даешь? Не учатся ничему нет. Кина американского посмотрели, телекрыв взрывает от жадности. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Вот, послушай, мужики. Все, завязывай. Мы как разбойничали, так и разбойничают другие. Сталкер своего старого друга, а тут поймал, скидал под глазом. Федь, что с ним? Да, блин. Ты их запомнил? Thank you.
Чего расскажешь, хорошего? Слушаю тебя. Лоха! Тут весело бывает.
Два тела. Похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Слышит! Приближается выброс! Срочно ищите надежное убежище!
Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. А, подходите. Что у вас? Время дорого. Рассказывай. Что хорошо-то, спрашивает Сталк. Хорошо, что не у меня. Эх, вот если б всегда такая группа. А! Повторяю, Б-28.
дома убегает. Да, покажи сталкер. Покажи сталкер. Хороший выходит на каждое выступление. Левый череп так тонко. Семен, ну, как думаешь, он справа тоже есть? Правый так басно. Какие тут ноги справа тоже? Подходи, брат, у меня... Покедова! Чего расскажешь хорошего? Ну? Ну? Я слушаю. Здравствуй. Да-да, я слушаю. Здравствуй. Замер пошел! Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Твою ж мать, ты где?
электромагнитного поля закончена. Акустические данные зафиксированы. Мужик, какого хрена? Эй, ты куда делся? Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Эй, ты куда делся? Парни, не расслабляемся. Можно передохнуть маленько. Акустические данные по всем диапазонам получены. Твою мать, ты прикрываешь или как? Тихо! Еще немного подождем. Ну что, подождем еще? До гарантии. Еще чуть-чуть! С измерением торсионного поля почти все! Сканирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться.
Нет, так разговора не будет. Выручайте! Кто-нибудь, а? Замер пошел! Эй, ты куда делся? Кладем их всех! Держи от меня! Скотина! Твою мать, ты прикрываешь или как? Так тебе, сволочь! Получи, гад! Бей, ублюдком! На, получай! Вот так! Так тебе, сволочь! Вот так! Кончай, гадов! На, хватай!
Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Эй, я не здесь! Выручай! Зашибем! Кушай, скотина! Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Да твою ж мать, ты где?
Убьем их всех! Кончай, гада! Кончай! На, живи! Так тебе, сволочь! Вот так! Клади! Получай! Держи ты! Ты, ублюдка! Получи-ка! Кончай, гада! Кладем их всех! Вот так! Держи меня! Электромагнитное поле сканируется. Сканирование электромагнитного поля закончено. Твою мать, ты прикрываешь или как? На, получай! На, живи! Кладем их всех! Зашибем! Давай, прикрывай нас! Кладем их всех! Так тебе, сволочь!
На, получай! Получи, гад! Вот так! Так тебе, сволочь! На, три! Кладем их всех! Вот так!